По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в районе осуществляется благотворительный проект с привлечением разных организаций и предприятий. Очередная акция состоялась в центре «Вера», где нескольким нуждающимся семьям были вручены компьютеры, необходимые в наше время, век технического прогресса. Акция была приурочена к Международному дню семьи и направлена на повышение материального благополучия социально незащищенных людей Ленинского района. Адресная благотворительная акция, организованная местным отделением партии «Единая Россия», состоялась в центре «Вера», куда были приглашены 8 семей из Ленинского района, нуждающихся в социальной поддержке. Это у нас не первая акция, а уже 8-я по счету. Мы проводили акцию вот в библиотеке недавно это было. Была акция в прошлом году ветерану войны, слуховой аппарат мы подарили. Да, и, в общем-то, мы сами, у нас рождаются идеи, мы стараемся найти тех, кто может на этой идее откликнуться. Московская дирекция страховой компании «Согазмед», откликнувшаяся на участие в акции, предоставила 10 компьютеров, 2 из которых были подарены центру «Вера», а 8 – малообеспеченным семьям. У меня 4 детей, сейчас у меня уже 5-й будет. У нас один компьютер, но они все дерутся. За один компьютер. Маленькая, младшая, все дерутся. Один компьютер. Я очень благодарна, что мне дали компьютер. Очень благодарна. Что и вот сейчас будут мои дети заниматься. Очень благодарна. Я живу с папой, с сестрой и с бабушкой. Мои родители глухонемые. В следующем году заканчиваю школу, и иметь компьютер поможет, чтобы закончить мне предметы с помощью интернета. Конечно, мы не сможем объять всех нуждающихся, но все-таки, если в нашей стране и шаг за шагом наше бизнес-сообщество, наши предприятия, организации, политические партии, вот наша партия «Единая Россия» будут привлекать к этому внимание, то постепенно, шаг за шагом, все-таки мы сможем частичку нашего тепла, нашей души и нашей заботы послать действительно тем людям, тем детям и тем семьям, которые в этом нуждаются. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Сергей Кошман, в своем выступлении отметил важность частного и государственного партнерства в решении социальных проблем, на что, собственно, и направлен районный благотворительный проект. Он поблагодарил руководство компании «Согазмед» за понимание и участие в этом благородном деле. Убежден, что это полезно, это важно, это нужно, это адресно, это действительно может помочь тем, кто не имеет достаточных средств для того, чтобы быть в цивилизованном пространстве. Интернет уже давно стал нормой жизни, и очень здорово, что и все больше и больше семей имеют возможность иметь дома соответствующую компьютерную технику. Людмила Медведева, Константин Брылов, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».